Виртуальная картинка любой части тела с точностью в 0,5 миллиметра на экране компьютера. Такие возможности открывает томограф нового поколения в самарском кардиодиспансере. Ранее пациенты с заболеваниями сердца диагностировались в других регионах или в частных клиниках. Теперь же по направлению от участкового врача пройти обследование можно бесплатно в кардиоцентре. Современный томограф безопасен для здоровья, на тестирование уходит несколько секунд. На новом оборудовании установлена специальная компьютерная программа, которая позволяет исследовать мельчайшие сосуды сердца. Это уникальная возможность, о такой процедуре еще совсем недавно медики могли только мечтать. В рентгенологии работаю 27 лет. Технология шагнула очень далеко. Вот с кардиопакетом, например, многие пациенты избегают хирургического обследования коронарных артерий, делаем мы в короткое время, и пациенты довольны. Обследование проходит в несколько этапов. Сначала к пациенту подключают кардиосинхронизатор, чтобы аппарат почувствовал ритмы сердца. Затем подсоединяют инжектор и вводят в кровь спецраствор на основе йода. Первым этапом выполняется исследование без введения контрастного препарата для выявления индекса коронарного кальция. Дальше мы вводим контрастный препарат, выполняет сканирование уже после введения контрастного препарата, который позволяет нам как раз получать изображение сосудов и камер сердца. Рентген-кабинет работает круглосуточно и без выходных. За смену обследуют в среднем 40 человек. Ограничений для такого исследования практически нет, за исключением индивидуальной непереносимости йода. Но аналогичные спецрастворы применяются и при хирургической диагностике. Борьба с инфарктами и инсультами в Самарской области успешно продолжается, констатируют медики. Благодаря нацпроекту здравоохранения самарские поликлиники оснащают современным инновационным оборудованием. Мария Левина, Николай Сидоров. События.